Пассажиры сгоревшего автобуса в Казахстане могли развести в салоне огонь, чтобы согреться. Об этом нашей телекомпании рассказали в Комитете ПЧС Республики. Это предварительная версия. Для расследования причин трагедии создали правительственную комиссию. Этим утром на трассе в Актюбинской области погибли 52 человека. Пассажирский карус загорелся во время движения. Спастись удалось только пятерым, в том числе двум водителям. У них легкие ожоги рук. Все погибшие граждане Узбекистана, они ехали в Россию на заработки. В Ташкенте готовятся отправить на место трагедии самолет со специалистами МЧС, врачами и дипломатами.